Всем привет, вы на канале Крис Плей, меня зовут Крис, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру House Flipper 2. Мы остановились на том, что нас ждет еще пара заданий. Так, где они? Сообщения. Пара заданий на карте, почту мы все просмотрели. Пойдем мы, наверное, на побережье. Приезд команды. Привет, мы группа создателей видеоконтента, другими словами, инфлюенсеры. И нам повезло, мой дядя готов сдать нам в аренду свой большой дом на побережье. Он моряк и часто в плавнях, поэтому сейчас в доме дом не в лучшем состоянии. Если сделать там ремонт, он отлично нам подойдет. С этим нам и понадобится твоя помощь. Задача такая, навести порядок, освежить стены, ну и заменить старую мебель, и еще распаковать наши вещи. Скорее всего, моя девушка Джули даст тебе пару советов по отделке, она в этом хорошо разбирается. Заранее спасибо за помощь, а если тебя интересуют игры, технологии, моды и макияж, или ты просто иногда хочешь расслабиться, подпишись на наши каналы. До встречи, Алекс. А ты не забудь подписаться на мой канал. У нас тоже весело. Так, тем временем мы видим, что у нас на лестнице уже есть мусор, который нужно бы выкинуть. Подожди, я слышала какой-то таймер. Что? Лестница валяется. Так, тут у нас продать и уборка пылесосин. В принципе, это и все. Ну, давай сразу продадим. Уринг, вот это. По продаже все. Осталось только уборка мусора. Ну, давай перенесем сразу. Ага, прикольно стало на мешок. На бак. Так, этот выкинули. Этот не докинули. Ну, хотя бы уже поближе его нести. О! Вот это забивание. Отлично. Так, и теперь пылесос. Пылесосим, пылесосим. Сегодня мы с тобою пылесосим. Так. Так, ну, здесь у нас все. Поехали дальше. Ждем звонка. Потому что я чую, нам сегодня позвонят с тобой. Так, сразу оттереть. Давай-ка мы этот коврик, пожалуй, поровнее поставим. Вот так. Так, ну и поехали, мусор. Мусор. Так, это я чую, все продастся сейчас. А, по мусору все. Быстро. Так, поехали продавать. Палка. Это. Ну и, конечно же, цветочки. Так, опа, горшочки останутся. Я считаю, это хорошо. Так. Пожалуйста, можно еще быструю продажу предметов? Так, этот коврик не надо продавать. Продать еще 7. Получается, вот это надо, вот это надо. Еще 3. Ага, вижу. Совсем я забыла про использование этой кнопки. Один предмет какой-то. Цветок. Вот он ты где был. Так, пятна надо теперь отмыть. Где наша губка? Так, распылить и поехали. Экс. Вот они еще, наши пятна. Распылить. Поехали. Слушай, ну с этим распылением, конечно, значительно быстрее уборка идет. Прям в сотни раз. Так. А, ну тут ремонт никакого делать не надо. Просто купить теперь новую мебель, да? Стол, книжный шкаф, стулья, стойка для растений, журнальный столик. Ну давай. Шкаф в угол, как положено ему. Этот обеденный, я так понимаю, стол встанет вот сюда же. Давай-ка мы эту коробку перетащим. Пока сюда, а там ее поставим куда-нибудь. Так, нам нужно 4 стула. Сиденье само какое-нибудь. Мягкое пускай будет. Можно без декора какого-нибудь? Не хочу декор, если честно. Вот такой плюш пойдет. Нам нужно 4 стула таких. Получается, 1, 2,
Ну, а давай с этой стороны поставим вот так вот. Два стула, как раз четыре. А диван мы... О, надо другой. Так, диван. Где вот он? Диван тоже возьмем светлый. Сиденье тоже плюшевое. Почему бы и нет? И воткнем его вот так вот, чтобы стул точно не въехал в диван и не бил его. Так, теперь нам нужен журнальный столик. Пойдет такой светленький. Так, ковер. О, идеальный ковер, я считаю. Он идеально подходит. Не согласен со мной, я могу понять это, Так, давай растения пока вот так поставим. Как раз перенесем все горшки в в полку для растений, чтобы они все были рядом. Конечно, можно было и, конечно, их и на окне оставить, но да ладно. Так. Ну, не зря же мы полку для растений купили, да? Я тоже так считаю. Так, это что у нас? Это маленькое, значит, можно в эти горшки посадить. А это тоже можно в этот горшок посадить. Это можно тоже в это посадить. А это большое. Можно, в принципе, у нас тут вот эта корзина оставалась. Сюда. На этот можно и сюда. А папоротник сюда. Ой, вот сюда досадить. Я, конечно, не цветовод, поэтому можете сказать, что эти цветы не растут вместе, они не сочетаются. А я скажу, мне все равно. Я художник, я так вижу. Так, по идее, можно часы немножечко вот так сдвинуть, а к нему поставить вот эту штуку. Оп, выглядит уже довольно неплохо. Настольную лампу мы поставим сюда. И кресло нам нужно. Также мягкое и также однотонное. Оп. Вот так вот. Здесь задание выполнено. Единственное, мы можем переставить вот этот цветочек в угол уже. Да, вот так вот в уголочек только повернем, чтобы было видно свободное пространство, где, чего, кого и куда. Так, тут у нас опять есть предметы на продажу. Все сухие цветы. Ну, пожалуйста, сухой. Так. Тут два цвета. Так, а это уже не надо. Да, на продажу у нас все, осталось только не заняться. И потом уже покупкой. Так, закроем дверь, чтобы она не мешала. По пятнам все, опять же, и можно предметики. Так, коврик. А куда коврик пахнуть? При входе? Нет, там нам надо поставить диван. Ну давай пока так. Кресло. Вот так вот, уголочек. Чтоб никто не уволок. Угу. А давай-ка стойку вот так воткнем. Вот так вот воткнем мы стоечку. Столик. Вот так вот. А коврик мы вот так подвинем. Оп. И вроде все красивенько. Так, конечно же, настольная лампа. И поехали сажать с тобой цветы. Так, вот это я понимаю, оно должно быть высоким, и оно должно занять отдельное место в горшке. Вот это тоже, по идее, должно быть высоким. Его можно поставить сюда. Теперь по маленьким цветочкам поехали. Вниз. Вот сюда вверх. Этот вот сюда вот с краешку вверх. Этот можно и вот сюда. Так, вот эти можно вот сюда впихнуть. Эти можно впихнуть сюда. Эти можно вот сюда. И вот эти как раз два штуки вот сюда по центру. Оп, готово. Все, все задания выполнены здесь. Поехали выполнять их дальше. Закройся. Так, у нас на очереди кухня. Что у нас здесь? Мусор. Так, по мусору все. Осталось продать и пятна.
по продаже все, остались пятна. Быстро. Быстро. Так, щелк. Пшик. Пшик. А почему он два следа захватило, а не три? Так. По пятнам тоже все. Как бы кухня, все. Кухни закончили. Так, в кладовке тоже ничего. Тут комната. Ванная ничего. Тут ничего. Вот тут у нас есть. Давай продажи сначала займемся, потом весь мусор соберем. О, вместе с горшком тут отлично. Тут, видимо, тоже пытались убрать, но у них не получилось. Так, с продажей все, погнали собирать мусор. Так. Ну, как раз почистим пятна. Чистим, моем, сушим. Так. По пятнам здесь все, остались вот здесь. Коробка застревает. Так. Здесь нам надо покрасить яркий зеленый и серой краской. Поехали. Одной банки, я думаю, нам хватит пока. Зеленую на эти стены, да? Воткнем. А серый на эти. Я думаю, да. Так, поехали отмечать нашу зону. Покраски. Жух, жух. Блин, я только что заметила, что справа теперь справа, слева показывается, какого цвета краска у нас набрана. Это удобно. Это удобно, это прикольно. Так, наберем еще зеленый, отменяем нашу зону и делаем новую зону. Поехали. Жук, жук, жук. Так, надо кошечкам пройтись. Еще раз повторюсь. Наверное, раз сотый уже, что покраска на кнопке ВСД стала просто лучшей. Да. Так, отмечаем нашу новую зону. Поехали. Конечно, цвета не выбрали сами себе, не очень соответствующие. Типа, зачем к зеленой мешать такую темную серую? Но желание заказчика для нас закон. Прямо, в принципе, можем оставить серый одну лишь стену, а вторую сделать зеленой. Что нам мешает это сделать? Правильно, ничего. И так будет поярче в комнате, покрасивее. Я знаю, что среди вас найдутся недовольные моим выбором, но все-таки. Это мой выбор. Вы можете себе купить игру и сделать так, как вам нравится. Логично? Логично. Так. И последний штрих. Так. По покраске у нас все, отменись. Так, краску это сразу можно выкинуть. И нам осталось купить мебель. У нас кровать. Я люблю кровать у окошка, не знаю, как вы. Так, тумбочка. Картотечный шкаф. Блин, я бы вот так поставила. Так, сразу...
Микрофон. Блин, с этой стороны не войдет, с этой. Странный, конечно, микрофон, но да ладно. Так, а где перерезать? Ладно, непонятно. И картотечный шкафчик. Тоже сюда все вместе. И нам осталось здесь на данном этапе распаковать коробки. Что это? Микроволновка? Серьезно? Микроволновка в комнате? Да ладно. Так, настольная лампа. Я думаю, ее вот сюда. Мало ли, человек любит читать книжки. А, ну, зато он явно любит спорт. Куда? Вот сюда скажем. Да, спорт он явно любит. Так. Убрать коробку. Вот. Он не книжки, а это чипсы. Блин, серьезно. Еще одна пачка чипсов. Чел хорош, как бы. Новая комната и сразу с еды и напитков. Затаривается, что надо. Это чисто этот набор геймера, чтобы сесть за комп и не выходить из него, по крайней мере, дня два. Так, постеры. Первый постер сюда. Вот, уже комп пошел. Системный блок сюда. Монитор, конечно же, на подставочку на эту встанет. Вот так. Второй монитор. Блин. Ну, придется еду перекладывать. Картотечный шкаф. Потому что из целей соображения удобства я считаю, что удобно. Это даже, по-моему, энергетика-то не газировка. Кто знает, энергетик монстр. Короче, целью удобства я считаю, что мониторы должны быть не слишком далеко друг от друга, потому что у меня у самой так же, чтобы не сильно далеко поворачивать голову можно было. Чисто на пол сантиметрика таков. Вот так вот. А там, в принципе, еще один. Да подожди, мне что, надо будет переставить системный блок на пол? По системный блок на полу стоит, колись. У меня нет, у меня на столе рядом. Так, клавиатура. Наушники. Так, а веб-камера, она вешается на мониторы? А, это просто фотик. Чё? Ну ладно. Так, сюда купить надо. Здесь еще продать есть? Ладно. Сюда надо купить гардероб. Надеюсь, к самой стене встал. Зеркало. И комод. Ну, в принципе, все, комната готова. Так. Ну, в принципе, если с учетом того, что это будет кто-то записывать в этой комнате, сидеть на компе, там, не знаю, ролики, подкасты и так далее и тому подобное, и будет использовать зеленый фон для того, чтобы убрать фон. Ну, короче, вы поняли, что я хотела сказать. То это, в принципе, очень даже... Я правильно сделала, что покрасила три стены из двух таким цветом. Хромаки его настраивать будет. Я вспомнила это слово. Так, здесь же у нас опять по половинке. Я даже не знаю, как сделать. Белое. Белую можно на дверь, а все остальное сделать голубеньким. Ну, поехали. Блин, можно? Пожалуйста, спасибо. Покраска за шкафом. Все ли мы видим? Все ли мы увидим? Чисто на интуиции крашу за шкафом. Придется отодвинуть и проверить потом. Потому что не засчитает, если мы не закрасим все.
Тут, конечно, момент лучше был в Хаус Флиппере первом, когда покраской занимались. Там можно было за шкафом покрасить полностью, не перемещая предметы при этом. А тут я не уверена, что я все покрасила. Не переставляя предмет. Так, с этой стороны. Поехали. А чё всё пропало? Так, и вот эта стена. Осталась вот эта стена. Поехали. Так, и белая краска. Отменить зону, поставить. Да, дотянись ты до этого уголочка. Ну что это такое? Что ты такой несерьезный и не красишь? Будь серьезным, покрась стены. Так, с покраской у нас все. Теперь нам надо продать эту краску и разложить предметы. Картину я бы сразу повесила, чтобы она не мешалась нам под ногами. Потому что чую, мы сейчас будем носить вещи. Так, конечно же, дамские штучки должны быть на столике. Так, Крис достала коробочку. Крис в коробочку нихуя не складывает. Логично? Я считаю, логично. Потому что Крис не может совладать с этой коробочкой, чтобы та поставить. Все просто. Нужны какие-то еще доказательства от маски? Я считаю, что нет. Так, вот так. Так, что у нас по этому ящику? Надпись. Сюда? Ебанем. Что? Я не знаю, что это. Это слишком прозрачно для моих глаз. Типа подставка под ноутбук. Он не встает. Ладно, пускай ноутбук будет на кровати. Почему нет? Это ж ноутбук. Нет, вот сюда лампа. Чтоб свет был. Что это? Ну, пускай будет на кошке статуэтка. Свеча. Вот свечу у кровати. Было бы классно. Романтик колледж. 2024. Так, свечку еще одну у кровати. Воткнись, я сказала. Еще одна свечка. Что это? Это типа ловец снов новый. Еще один. Опа! Пойдет. Так, теперь тут надо продать. Продажник продает все. Так, почистить. Вот бы в жизни так пшикнул, и все чисто. Чистим, моем, сушим. Чистим
Моем сушим. Так, ой. Окно есть. Окно второе есть. Так, ну и... купить сначала. О, тут тоже нужен стол. Блин, стол к окну бы по-хорошему. Кому сюда? Ну, коробки сейчас еще мешать будут. Пусти меня. Меня коробка пускать не хочет. Наглешь. Так, стол воткнуть к батарее как раз. Чтоб ножки можно было греть. Так, ну и поехали распаковывать. Начнем с мелкой. Так, приставка. Изменить ориентацию. О, вот так лучше. Ориентация север. Я хочу, чтобы ты верил. Я хочу, чтобы ты плакал. А я не буду бояться, что нам нужно расстаться. О, еще один системный блок. Ну, давай по классике на пол его уже поставим. Потому что, чую, монитор будет еще. Кстати, монитор можно и на окошко поставить, если он даст. Оп. Идеально. Если сидеть смотреть фильмы, то очень даже хорошо. Облокотился на стульчик, на спинку. Погнал. Ну ладно, я так делать не буду. Но говорят, лучше у батареи такие вещи не ставить. Если хозяину не понравится, мы его об этом даже не спросим. Мы сделаем, как нам надо. Так, тут у нас в ванной все хорошо. Нам осталась вот эта комната. Кстати, нам должны были позвонить и дать каких-то пару советов. Но что-то нам не позвонили и совет не дали. Я ж не могла пропустить. Верно, верно. Не забываем, что нужно пылесосить в каждой комнате, даже если там нет ковра. Советы по очистке номер 10. Так. О, нифига, какую площадь захватил. Хорош. Картина была. А, зеркало же было, точно. Блин, вот бы мне такую кладовку, в которую можно было спокойно бы поставить оборудование. И забыть вообще обо всем. Запереться там и не выходить никуда. Вообще бы такой кайф был бы. Так. А здесь всего-то надо будет поставить шкаф, поставить зеркало вот так вот и ковер постелить. Все. Блин, я хочу себе такую комнату. Это что, все продать надо будет, да? Так, давай сначала с продажником разберемся, с продажной нашей частью. И звание продажник года получает приз. Фига, они еще и падают. С потолка что-то ёбнуло. Еще два предмета. Так, это картина. Подожди, что еще? А, ковер. Мусор. Чтоб нам не мешало ничего на полу. Давай, наверное, коробки эти занесем пока в кладовку, чтобы они нам не мешали красить, полы менять. Потому что я чую, нам это все надо будет сделать. Так, шик. Вот. Я же попала, почему? Не распылилась туда, куда надо. Так, еще одно пятно где-то. Где мой сканер? О, фига. Запряталось пятно какое. Поехали окна драить.
Конечно, удобно, что по окошечку вот так вот, но было бы, наверное, еще быстрее, если бы полностью створку всю эту сделать, а не по 1/4 делать. Считай, растягиваешь процесс. И затягиваешь удовольствие вида нового дома. Так. Вот так. Так, теперь покраска сюда, отделка поверхности, обои. Блин, он голубенький, красиво смотрится. Давай обои. Обои только на одну стену, жаль. Главное сейчас не лохануться и больше нужного не налепить. Это было в прошлых сериях. Это было до чертиков обидно. Но это красивая укладка. Мне нравится. Ну, чтоб в жизни так. А, нет, не одна. Кайф. Так. Не, ну заживем. Стиль очень красивенький, мне нравится. Голубенькие обои. Я бы себе такие даже в комнату сама сделала. Бля. А главное не лохануться, Крис, тем временем. Да-да. Ну, поехали. Да, в режиме покраски, конечно, не хватает того, что ты нажал кнопку, просто держишь. Ну, не держишь, а просто нажал, и оно у тебя само держится, а не зафиксировано. А не то, что ты сам держишь кнопку. Мало ли, там нос зачешется, отпустить бы, почесать. Может, кто-то хочет противным делом заняться, курить. Вдохнуть, так сказать, пока это красит. Правда, можно возгореть покраски. Так, погнали целую стену с уголочка. Жжу. Наверное, мы сегодня в серии будет у нас только лишь один дом такими темпами. Так, нам надо распаковать коробки и купить мебель осталось. Так что продаем все остатки материалов и занимаемся покупкой мебели. Так, кровать. Давай кровать сюда, вот у стенки поставим. Прикроватная тумба. Не везде же одинаково ставить кровати, верно? Верно. Стол, конечно же, у окна поставим. К нему офисный стол. Блин, я такой же себе стул хочу. Вы просто зацените, какой он красивый. Просто. 5 из 5. Настольная лампа. Лампа тоже красивая. Блин, я завидую хозяину этой комнаты. Он просто, представьте, как это будет. Ты же потом, если что, в случае чего, если тебе как-то расстановка мебели не понравится, ты можешь ее сам поставить. Но она сама по себе крутая, эта мебель. Такое все футуристичное, мне нравится. Жди. Мы же купили стол. Зачем тебе еще один стол? Это не то! Я не то хотела поменять. Как вернуть? Нашла. Так, ну корпус теперь по-любому придется цвет яркий делать.
Вот так. Почему она темную оставляет? Вот нет. Цветы. Так, эти детали. Нет. Вот это надо. А, он все равно такой, ну ладно. Ты чё, куда уехал? Ну, пускай так будет уже. Обидно просто было, что он не давал сделать, как я хочу. Так, и полку, наверное, вот сюда бахнуть. У компа. Так, поближе себе сюда. Лаптоп. Лаптоп. Здравствуйте. Лаптоп. Мышка. Тапки. Давай тапки на стол ебанем. Ну, папку можно и сюда поставить. Блокнот можно на стол. Калькулятор можно тоже на стол. Какой-то бухгалтер будущий. Это что, плакат? Еще один плакат. А, ну все. Все, все задания завершены, можно заканчивать заказ. У, нифига себе, 29972 и 3 звезды. Я считаю, мы неплохо заработали на этом заказе. Лишь бы эти денежки у нас остались у нас. Так, еще одно задание появилось на побережье. И у нас было вот это задание. Закрытие. Здравствуйте, мисс Мири. Возможно, вы раньше об этом не слышали, но в нашем семейном доме находится единственный в Пинакове музей дровосеков. Только, боюсь, ему недолго осталось. Мы с женой все в делах, а посетителей мало, так что мы решили его закрыть. Помещение мы хотим использовать в качестве полноценной гостиной. Нам нужна помощь с уборкой и заменой мебели. Рядом с комнатой находится небольшая гостевая уборная. Мы планировали ее переделать в комнату для стирки. Говорят, на вас можно положиться, и вы сможете нам помочь. Мы упакуем семейные памятные вещи до вашего приезда, но, пожалуйста, не забудьте распаковать их после того, как проставите новую мебель. С уважением, Фудро Фостер. Начать работы. Так, что еще на улице надо что-то сделать? Продать дверь, купить новую. Ну ладно, продаем дверь. Так, мы получили одно бонусное очко. Да, я сказала очко. Кому что не нравится, можете потом в комментариях написать. Вот так. Выглядит получше. Поехали. Закройся. Так. Тут у нас надо будет по... только купить. Продать есть что. Так, продать вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. Дверь продать. И вот эту дверь продать. Табличку вес. Подожди, а если мы продадим дверь, как мы туда зайдем? Там вроде с улицы есть заход. Блин, спасибо, меня дверь прибанила. Но типа да, с улицы есть заход. Они что, будут с улицы заходить в эту комнату? Так они, конечно, гениально придумали. Ну ладно, кто я такая, чтобы спорить с работодателями, верно? Принимаю звонок. Привет, рад, что мне удалось вас застать. Надеюсь, работа продвигается успешно. Забыл сказать, что старую гостиную тоже надо переделать.
Понимаете ли, эта комната служила нам еще не домашним офисом. Мне и Джилл, моей жене, периодически приходится заниматься бумажной волокитой, и для этого нам пригодилось подходящее помещение. Жаль, конечно, что музей пришлось закрыть. Ясно, значит, нужен офис. Люблю иметь дело с серьезными людьми. Особенно учитывая, сколько в городе объявилось непонятных персонажей. Я смотрю, вы человек дела, а не болтунья. Так что не буду мешать. Спасибо вам за ваш труд. Я бы вообще не отвечала на звонки, если бы в них не было еще больше конкретных указаний, что бы хотели мои работодатели. Так, по пятнам. По пятнам все. Так, в туалете что? Продать, купить. А, ну тут помещение переделать само по себе. Продаем туалетную бумагу. Пока она еще у нас есть. Так, это. Все, по продаже все. Нам нужен шкаф. Стиральная и сушильная машина. Блин, они теперь не помещаются. Там, где я хотела. Чтобы они помещались. Придется тут. Так, и контейнер для грязных вещей. Вот так. Все. Купить три предмета. Деревянная коробка. Вот что они хотят. Я теперь поняла. Ну, теперь да, теперь можно заходить в комнату, не через улицу. Теперь все, да, логично. Камин тоже продавать? Нет, камин не продавать, слава богу. Так. По продаже еще один предмет остался, кстати говоря. Кто его видит? Ладно, сейчас найдем. Гениальная сборка мусора, если честно. Так. А мусорные мешки у нас. Вот контейнер. Так. Попало. Отлично. Карта, ты попал на ТВ. Ты звезда. Ты звезда. Да, да. Полетим. Музыкальная пауза. Так, но я все равно не вижу этого предмета для продажи. Полка. Ну конечно, кто ее увидит? Самый зрячий человек на планете, если только. Даже с подсказкой не могла ее найти. Обалдеть. Так. Конечно же, я не попала сразу. А, ну тут так дотрем. Так, по пятнам все, осталось купить мебель. Телевизор, полка, диван. Подставку под телевизор. Давай вот сюда, напротив камина. Мне кажется, это оптимальный вариант.
телек, диван. Пускай будет такой. В принципе, под деревянный домик в самый раз. Вот так. Конечно же, журнальный столик. Конечно же, не забываем кресло взять. Уголочек сюда поставим. Блин, не хочу такое, хочу другое. Ну, хоть чтобы вот так подходило. Так, нужен, конечно же, коврик, чтоб ножкам было тепло. Конечно же, большой горшок. Кстати, вот сюда можно его влупить. Так, пальма. Угу. Вот так вот. Почему ты не хочешь вставать в горшок? Спасибо. Так, полка нужна. Говорите, да? Если только над телеком ее поставить. Еще одна нужна, да? Типа для трофейчиков каких-нибудь. Два журнальных столика. Типа их вот так вот соединить, и получается один большой. Так, получается, еще нужен шкаф, который можно вот тут при входе поставить. И напольная лампа вот сюда, к камину. Так, что у нас здесь по вещам? Ну, как бы, да, топорик, да. Самое время, место ему туда. Так, это можно на камин поставить. Что ты? Куда ты? Поднимись. Настольную лампу, кстати, сюда можно. Это можно сюда. И это можно сюда. Так, часы можно... Пусти меня. Часы можно сюда повесить. Так. Ладно, я передумала. Часы можно вот сюда повесить. А плакат вот так. А серьезно, сколько их? Дедушка лесоруб был бы рядом повисеть с топорами. Так, и офис они хотели, чтобы я переделала. Это кухня, а это что? Это кладовка на кухне. Это ванна. Вот офис. Так, здесь надо продать. Продать диван, стол, стул, телевизор, тумбу. Сейчас предметы упадут. Так, по продаже все, осталось купить стол, шкаф и органайзер. Давай со стола начнем. Стул к нему. Тумба. Влезешь сюда? Вот так ты влезешь, да? Ноутбук. Лаптоп. Так. Органайзер. Для заметок сюда. Настольные часы сюда. Полка. Полку можно сюда забахать. И мусорная корзина. Вот сюда. Все. Ну вот это можно еще с пола поднять, чтобы не валялось. Еще бы оно не разворачивалось. Так. Ну, и это будет у нас сегодня последний дом на сегодня. Сегодня на сегодня.
Тавтология рулит. Так, да. На сегодня у нас будет последний дом. Вернемся с вами в следующей серии. Сейчас мы отдаем задание. Мы справились с бюджетом, заработали 7661. Три звездочки. Все задания на три звездочки. Я считаю, это успех. Мы справились с самыми сложными заданиями. Так, по карте что у нас? У нас остается одно задание. Надеюсь, то, которое нам дадут возможность ломать, наконец-таки, и строить новые стены. И мы уже сможем приступить к покупке домов. Покупке и стройке домов. Мы уже один купили в прошлой серии, но так к нему и не пришли. Вот, на сегодня все. Не забываем ставить лайки, подписываться на канал и присоединяться во все социальные сети. Ссылочки есть в описании в шапке профиля. Мы ждем вас именно там. Увидимся с вами в следующей серии. Пока-пока.